Мухомор толстый можно найти во многих местах, хвойных лесах и лиственных массивах, в парках и полянах, а также на склонах холмов, лесных тропинках и аллеях, растут они как многочисленными группами, так и поодиночке. Окрас верхней части шляпки серо-коричневый, и на ее липкой и блестящей поверхности расположено множество белых чешуек. Мякоть довольно твердая и жесткая, белого или сероватого цвета, по вкусу и запаху напоминает репу. Мухомор толстый, условно съедобный гриб, но он не отличается особым вкусом, так как даже после долгого отваривания его специфический вкус и запах остается, поэтому грибники за ним и не охотятся, из-за того, что этот вид можно перепутать с ядовитыми сородичами таким похожим пантерным мухомором, не стоит рисковать и собирать эти мухоморы, чтобы употреблять их в пищу. А потому гораздо лучше пропустить один или два съедобных гриба, чем потом из-за своей ошибки отравиться. Тем более, что этот вид мухоморов не блещет превосходным вкусом. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.